Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодняшнее видео, как всегда, я сделаю для вас Таро гороскоп на неделю. Будем также смотреть каждый знак зодиака, что ожидает на неделе. Итак, первый знак, как всегда, по традиции у нас идут овны. Смотрим, что ожидает овнов. Овны, в принципе, идет спокойная неделя. У вас идет такая позиция, что вам дается время для какой-то передышки, вам дается время для больше размышлений, может быть, над какими-то своими проектами, какими-то своими позициями, над тем, что вы можете еще сделать. То есть у вас немножко будет такое состояние, как вам будет казаться, что как будто вот все остановилось, как будто ничего не происходит, как будто вы где-то застряли, может быть, в каких-то моментах, но на самом деле это не так. То есть вам просто будет даваться время, чтобы вы могли просто пересмотреть, возможно, какие-то свои действия, чтобы вы могли спокойно проанализировать ситуацию, оценить там некую обстановку, чтобы можно было уже в дальнейшем, знаете, как вот все решать без ошибок. То есть вам просто дается такая временная передышка. И вам на неделе лучше, конечно, не спешить, не торопиться, постараться просто спокойно какие-то моменты отпустить. Потому что никуда от вас ничего не денется. Но вот это время, которое вам дается, лучше его использовать для себя и в своих целях. Это у вас так. Так, ну давайте корректировочку сейчас сделаем. Ну вот не надо идти напролом, понимаете? То есть вам не просто так дается вот это время на то, чтобы все-таки как-то пересмотреть и свои позиции, и свои отношения, и чтобы уже можно было дальше выстроить правильно вот свою жизнь. Не надо идти напролом, потому что здесь иначе вы совершите ошибки. То есть, знаете, как вот загоритесь какой-то идеей, что-то захочется сделать, и вот здесь как раз вы должны остановиться и подумать, а не спешу ли я, а правильно ли я поступаю вот в какой-то нужной позиции. Поэтому старайтесь все-таки сосредоточиться вот на своем внутреннем спокойствии, уже спокойно решать все. Вот у вас идет так. Так, хорошо, теперь мы смотрим тельцы, что вас ожидает. У тельцов стабильная неделя, просто замечательно. Вы будете заниматься своими вопросами работы, денег, карьеры. Будете решать, у кого-то деловые поездки просматриваются, кому-то предложения по работе поступят, кто-то наконец деньги свои получит, у кого-то могут быть и кредитные вопросы решены. То есть у вас вот... Пусть оно не так быстро будет идти, но оно идет у вас верно, оно идет у вас стабильно. То есть на неделе в первую очередь на первом месте у вас идут деньги, работа, финансы, то есть все, что с этим связано. И вы увидите, что очень удачно у вас эти вопросы решаются. Если волнует вопрос отношений, то здесь идет примирение, идут разговоры, которые могут, с помощью которых вы увидите, может быть, ну, как бы пересмотрите свое отношение, пересмотрите свои взгляды, перестроите просто свои отношения и будете иначе уже выстраивать, ну, какие-то свои позиции. То есть вот у вас идет такой момент. Поэтому здесь я вижу у вас, что все идет стабильно, и вы это увидите, понимаете? То есть, может быть, вы слишком торопились в прошлом, что-то пытались побыстрее все решить, но как раз на неделе вы будете просто уже получать свои результаты. Так, ну давайте я вам корректировочку сделаем. Вот только не поддавайтесь панике. Вот единственное, что... Потому что здесь немножко может быть такое состояние, когда может пойти внутренняя паника, может пойти такое состояние азарта, может пойти такое состояние, что, во-первых, не берите большего однозначно, и все-таки старайтесь более разумно подходить к любым вопросам, особенно то, что будет касаться с финансами, потому что здесь глаза могут закрыться на определенные вещи, и тогда не сможете получить то, что вам идет в руки. То есть старайтесь все-таки более рационально подходить к любым вопросам, особенно что касается денег. Так, теперь мы смотрим близнецы.
У близнецов немножко идет такая неделя, как не совсем вы сможете решить то, что вы запланировали, либо то, что вы хотите. Немножко у вас такая сдержанная неделя, то есть здесь возможно, что просто обстоятельства так складываются не совсем удачным образом, и вы это поймете, но уже ближе к концу недели, скажем так. То есть здесь все ваши попытки не совсем будут удачны, но у вас такой период, понимаете, то есть это не значит, что вы где-то совершили ошибку. Может быть, какие-то позиции вас самих устраивают, и вы не захотите менять что-либо. То есть вы как бы будете понимать, что нужно, но как бы не особо-то будете делать каких-то движений. Вообще неделя, она вам обещает, знаете, как больше все-таки такую спокойную атмосферу, если не учитывать некоторые желания, которые, возможно, вот прям вот захочется, вот хочу безумно, но не могу пока этого сделать. То есть старайтесь все-таки контролировать и свои мысли, старайтесь контролировать все-таки свои действия. То есть если вы что-то предпринимаете, то старайтесь это все делать аккуратно, как говорится, чтобы не совершить каких-либо ошибок. Потому что здесь немножко напряжение присутствует, но как-то вы сможете, в принципе, его обойти. То есть в вопросах, которые вас вот будут волновать на неделе. Но как бы продвижение особо пока у вас не просматривается. Ладно, давайте вам сейчас корректировочку сделаем, посмотрим. Вот если вы хотите что-то, то лучше с кем-то обсудить. То есть одни сами ничего не решайте. Даже если вы все знаете, даже если все вот вы уже продумали, лучше с кем-то еще раз посоветуйтесь, чтобы вот другой человек со стороны посмотрел на вашу ситуацию, знаете, как другим взглядом. И человек, которому вы, конечно, доверяете, чтобы он мог вам указать на некоторые какие-то ошибки, которые вы не видите, понимаете? То есть если вы все-таки что-то задумываете, то лучше посоветоваться, спросить еще раз, лишний раз, то есть не один раз, чтобы вот можно было обойти вот эти проблемы, которые, если вы сами будете что-то предпринимать, то можно и нарваться, как говорится, на эти проблемы. Это у вас идет так. Так, хорошо, теперь мы смотрим раки. У раков активная неделя, я могу сказать, причем даже неожиданно для вас. Может быть, вы будете планировать отдохнуть, там посидеть, а не получится. Раки, у вас идет такая очень стремительная достаточно неделя, где вам придется подстраиваться под обстоятельства, просто и рваться вперед, как говорится, чтобы не упустить свое. Вам придется немножко быть начеку, настороже даже, чтобы именно вот не упустить возможности, шансы, которые вам будут предоставляться. Неожиданные поездки идут у вас, которые вы совсем не ждете абсолютно. Изменение ситуации, и если вы хотите удачно, скажем так, решить ситуацию в свою сторону, вам нужно будет очень быстро собираться с мыслями, сосредотачиваться и подстраиваться под определенные обстоятельства. То есть у вас на неделе, скажем так, спокойным ситуации не будет, потому что здесь вы все будете вот куда-то спешить, торопиться, все будете делать в спешке. В каких-то моментах это, наоборот, будет вам только на пользу, как бы, да? А в каких-то моментах старайтесь быть все-таки, более осторожны и не идти особо напролом, потому что в спешке можно и упустить очень много деталей. Поэтому здесь будьте внимательны ко всему, что вы будете делать на неделе. Вот у вас идет так. Ладно, давайте вам корректировочку сделаем. Сейчас посмотрим. Вот посмотрите. Вот вам лучше в каких-то моментах все-таки... И вот, как я и сказала, не спешить, а в каких-то моментах лучше постараться, но остановиться. И вот знаете, как вот послушать себя. То есть не кого-то, особенно если кто-то вас будет подталкивать, потому что могут быть такие моменты со стороны «давай быстрее, иначе упустишь» и так далее, понимаете?
А послушайте себя, а нужно ли вам это вообще? Понимаете, может, это кому-то нужно, а не вам. И вот в этот момент вам очень важно понять ваше внутреннее состояние, то есть послушайте вашу интуицию, нужно вам это делать или нет, и это будет для вас правильным решением. Так, теперь мы смотрим Лев. Львов, хорошая неделя, очень достаточно хорошая. Здесь она у вас идет очень плодотворная, активная. Причем вы что-то, возможно, новенькое для себя откроете и что-то будете предпринимать новое, но уже с такой, знаете, как с уверенностью и вероятностью того, что действительно у вас все решится, что у вас все будет благополучно. То есть вы настроены серьезно бороться, стремиться что-то менять, что-то решать. У вас есть цели, есть задачи, которые вам надо решать, есть вопросы, проблемы, но вы их на неделе сможете решить, потому что вы уверены в своих силах, в том, что у вас уже вот есть в ваших руках, и вы понимаете, что вот все, что есть у вас, это вам идет только на благо, идет только на пользу, идет только на, ну, скажем так, улучшение вашей ситуации. То есть если какие проблемы, обстоятельства шли вот против вас, то сейчас вы это все переворачиваете в свою сторону, меняете и улучшаете. И вам это даст дополнительный подъем. Это у вас так. Так, ну давайте вам корректировочку сделаем. Сейчас посмотрим. Вот единственное только что, вот если вы уже выбрали для себя направление, идете, не меняйте своего мнения. Это вот первый такой момент. Не слушайте никого, потому что на неделе вокруг вас будут люди, скажем, которые, ну знаете, как завистники, сплетники, которые начнут вас, знаете, как не напрямую с вами, а за вашей спиной начнут что-то говорить, и таким образом у вас начнет как бы меняться ваше мышление, ваши взгляды, то есть вот этот вот момент. И, конечно, это будет, ну, если вы поменяете свои направления, свои мысли, планы, то вы собьете вот этот путь и не сможете достичь то, что вы задумали на неделю. Никого не слушайте, никакие слухи не принимайте всерьез, а действуйте вот как вам велит сердце, как вы настроены. Так, хорошо, это были львы, теперь мы смотрим дева. Спокойные недели. Я вижу, что у вас, в принципе, гармонично, но вы сами создаете себе такое состояние. То есть у вас идет момент, что, в принципе, вы понимаете прекрасно, что сейчас не самое время что-либо менять, что сейчас такой период, который нужно просто переждать. То есть у вас идет такая временная передышка, но, в принципе, эта передышка вам идет на пользу, потому что во время этого как раз вы что-то новое для себя как бы создаете. То есть вы анализируете свою жизнь, анализируете свои поступки, свои действия. То есть вы не просто так сидите там, отдыхаете и смотрите, что все хорошо, а вы все-таки, ну, как-то в своей голове строите планы на будущее, что уже когда, вот, можно сказать, вот этот период сейчас вот сложный закончится, вы это все начнете уже реализовывать. Поэтому вот это время, как раз, которое вам дается, примите к себе во внимание и продумывайте вот как раз планы, цели, строите на будущее и копите силы, потому что они вам пригодятся. Так, ну давайте вам корректировочку сделаем. Помечтайте, у вас есть время, помечтайте, поразмышляйте, подумайте о том, что бы вы хотели, к чему вы идете. То есть у вас такой достаточно спокойный период, в принципе, и вы понимаете, что как бы на неделе особо ничего такого вы не сможете исправить, изменить, либо решить. И вы, в принципе, как раз эту ситуацию повернете себе на пользу, во благо, что вы и отдохнете, и планы построите, а уж потом будете действовать. Вот у вас так. Так, хорошо, теперь мы смотрим весы. Ну,
весов тоже достаточно неплохая неделя. Причем здесь весы, вы, скорее всего, на неделе, наоборот, уже знаете, как сможете подбить какие-то последние там процессы, проблемы, ситуации, и уже захотите, как говорится, отдохнуть. То есть вы, во-первых, на неделе вы будете все держать под четким своим контролем. То есть вы мимо себя ничего не пропустите абсолютно. Вы уверены в успехе, вы уверены в том, что вы делаете, к чему вы идете. То есть то, что вы будете создавать, делать на неделе, во-первых, у вас это будет получаться намного лучше, чем там, может быть, какие-то прошлые моменты. И вы это все сможете удержать, понимаете? То есть все позиции там. Если на работе проблемы, значит, на работе вы сможете удержаться. Отношения волнуют, значит, и отношения у вас наладятся. То есть вот благодаря вашей выдержке, вашему настрою, вашему вот стремлению вот именно сохранить, удержать, улучшить ситуацию, у вас это получится. Я вижу, что вы вот полноценно сможете, ну, скажем так, закрепить какие-то позиции, результаты, и вы будете очень этим довольны. Вот у вас так. Так, ну давайте вам корректировочку сделаем, сейчас посмотрим. Ну да, вы больше-то и не будете никуда спешить. То есть, может быть, вы в чем-то уже обожглись, в чем-то были моменты, что не очень какие-то удачные у вас попытки, и вы захотите уже просто, как говорится, уйти в сторонку, чтобы сохранить то, что есть, удержать. И у вас это получится, если вы будете слушать себя. Так, это были весы. Теперь мы смотрим скорпион. Ого, скорпиону сразу какая переменчивая неделя. А скорпионы, готовьтесь, что-то у вас будет такое на неделе очень серьезное, очень такое неожиданное для вас. Что-то у вас изменится, и вы к этому должны быть готовы. Причем здесь неожиданным образом для вас, поэтому здесь, как бы, давайте сейчас посмотрим, с чем же это связано у вас. Ну, с какими-то вашими делами. Что-то пойдет не по плану. Вот знаете, вот идет такой момент, что вот вы что-то пытаетесь изменить в своей жизни, пробить, что-то решить, как-то, причем кардинально вы хотите изменить свою ситуацию, но у вас идет момент, что может все пойти не так, как вы планируете. Поэтому вам надо быть начеку. Вы однозначно поменяете, потому что у вас неделя очень такая переменчивая, она вот кардинально меняет какие-то ваши позиции, ваше движение, изменения в жизни присутствуют. Но здесь нужно быть внимательным и в первую очередь обращать внимание на вот различные мелкие детали. То есть, знаете, какая-то малейшая деталь упущенная, она может перевернуть вашу ситуацию в худшую сторону. Но и также, если вы будете начеку, может повернуть и в лучшую сторону. То есть вам, конечно, придется покрутиться на неделе. Очень такой переворот идет. Но если вы будете сосредоточены и внимательны, и не, знаете, как разбрасываться в разные стороны, тогда вы сможете как-то более обойти какие-то острые моменты своей жизни на неделе. Сможете как бы решить вопросы, чтобы все-таки удачно сложилось для вас. Давайте вам корректировочку сделаем, сейчас посмотрим. Ну, это вам по судьбе идет. То есть здесь уже вам нужно просто приготовиться, настроиться и, как говорится, прямиком в путь и в бой. То есть здесь вам уже вы ничего не сможете сделать, только, как я сказала, будьте внимательны к различным деталям, которые будут касаться лично вас, либо вашей ситуации. Потому что здесь пришло время от чего-то отказываться, что-то менять, что-то переворачивать в своей жизни, и вы к этому просто должны быть готовы. Вот у вас так. Так, хорошо, теперь мы смотрим Стрелец. Ну,
у стрельцов более-менее спокойная неделя, то есть здесь вы больше будете сосредоточены на, знаете, как на каких-то таких бытовых своих вопросах, жизненных вопросах, но то, что будет касаться все-таки вот только лично вашей жизни. То есть вы как-то не захотите особо куда-то двигаться, вы будете понимать прекрасно, что, в принципе, у вас еще все впереди, что сейчас вы просто вот продумаете какие-то обстоятельства жизненные, попытаетесь как-то, может быть, сосредоточиться на чем-то важном для себя, на, знаете, как вот на самом главном в вашей жизни. И вы больше будете сосредоточены, может быть, даже на какой-то одной задаче. То есть вы не захотите как раз вот что-то менять, и вы вот оставите, вот пускай одну важную деталь, но вы ее будете настолько вот пытаться как-то, может быть, изменить, сосредоточить свое внимание, но вас, в принципе, это будет устраивать. То есть вы будете прекрасно понимать, что а куда спешить, зачем, когда и так все идет, ну, как говорится, своим чередом, все идет как надо, как положено, и особо менять не захотите. Единственное, что только может быть, это кто, если может с работы уйти на неделю, ну, знаете как, на пенсию может уйти на неделю, либо уже увольняется на неделю. Но вы это спокойно будете принимать. Так, ладно, давайте корректировочку сделаем. Ну, здесь, да, здесь вы спокойно будете. То есть здесь еще, понимаете, такой момент, что если вы захотите одни остаться, у вас это не получится. Все равно рядом будут люди, которые помогут. Или наоборот, если вы чувствовали, что вы одиноки, однозначно у вас появятся люди на неделе, которые вас поддержат, вот дадут вам настроение, какую-то вот помощь окажут. И вы почувствуете, что не настолько вы одиноки. Или при какой-то своей проблеме. Это вас так. Так, хорошо. Это Стрелец. Теперь мы смотрим Козероги. Ой, Козероги, что-то вы как-то будете волноваться, что-то как-то неуверенные. Как-то у вас вся неделя немножко кувырком, ни туда, ни сюда. Как-то вроде вот что-то ухватите свои руки, что-то вот-вот-вот будет получаться, а потом либо вы меняете ситуацию, либо обстоятельства меняются, и как-то у вас все переворачивается, и опять вот этот замкнутый круг, опять вот эта вот вся непонятная ситуация. Но пока у вас так и будет на неделе, то есть я не вижу, чтобы вы решили какие-то важные задачи для себя, чтобы вы решили какие-то вот, ну, какие-то возможности увидели. У вас идет ситуация, что вы так и будете. Одно только закончилось, другое что-то начинаете. Понимаете? То есть у вас какая-то немножко такая волнительная неделя присутствует. Но, в принципе, вы будете легко справляться с трудностями, которые у вас будут. То есть вы как-то будете очень легко их решать, либо стараться их легко обходить. И, в принципе, не особо сильно это будет вас напрягать. Понимаете? То есть вы как-то очень вот легко сможете обходить. Но если вы хотите решить какие-то более серьезные задачи на неделю, то здесь это маловероятно. Знаете, как будут вам обещать, а там, может быть, вы ждете какое-то обещание, и будут обещать, там, что жди еще там 3 года. То есть, ну, вот здесь вот эти вот моменты обещания особо не верьте, потому что это маловероятно. Так, ну давайте вам корректировочку. Будьте верны себе, будьте верны своим действиям только. Не попадайтесь ни на чьи уловки, не попадайтесь ни на чьи уговоры, потому что будут вас уговаривать что-то поменять, изменить. И как бы если вы разумно подойдете к этому вопросу, вы поймете, что, знаете, как шило на мыло, менять нет смысла. Будьте верны себе, будьте только вот сосредоточены на том, что для вас важно. Тогда вы и сохраните то, что у вас есть, и приумножите еще. Так, теперь мы смотрим Вандалей. Ну, достаточно активная неделя Водолей. У вас очень такая хорошая неделя. То есть вы
Знаете как, постепенно, шаг за шагом начнете что-то предпринимать на неделю своей жизни. В принципе, вас это будет устраивать. То есть вы будете понимать прекрасно, куда мне торопиться, когда вот и так все идет в ваши руки. Понимаете? То есть, может быть, вы уже что-то сделали до этого периода, а сейчас только остается уже просто вот шаг за шагом постепенно все менять. У вас очень такая, она достаточно хорошая неделя, стабильная и спокойная. Вы особо не будете там рвать на себе волосы, быстрее надо это сделать, быстрее то надо сделать. Нет, вы всем будете делать размеренно, спокойно, но уверенно, потому что вы будете сразу видеть свои результаты, то есть именно результаты своих действий. И вы будете видеть, что вы на правильном пути, на правильном вот выбрали вот этот свой путь, по которому дальше пойдете. То есть, причем здесь любой вопрос, денежные, рабочие отношения, вы будете вот, знаете, еще на неделю вот в таком очень приподнятом настроении, очень такой вот у вас будет энергии будет идти, которая будет вас направлять вперед. Так, давайте корректировочку сделаем. Ну да, вот вы уже будете просто понимать прекрасно, что в принципе и так все идет неплохо, хорошо. Зачем что-то переворачивать, зачем что-то менять в своей жизни, когда в принципе уже все, можно сказать, устоялось, и постепенно вы будете вот идти. Поэтому здесь нет смысла торопиться и что-то переворачивать, неизвестно к чему это приведет. И вы вот будете вот так на неделе. Так, хорошо. И последний знак, который мы с вами смотрим, это рыбки. Рыбок стабильная неделя, очень даже достаточно стабильная. Здесь вы чувствуете, наконец фартит, наконец удача пришла в мою жизнь. То есть у вас идет такая ситуация, что вы будете очень довольны событиями на неделе. У вас идут хороший процесс, у вас идут хорошие изменения, которые позволят вам вот, ну, знаете, как увидеть, скажем так, лучик света в своей жизни. То есть у вас идет и уверенность в себе, появляются нужные люди в вашей жизни, появляются нужные какие-то обстоятельства. То есть все идет вот на благополучие вам и в вашу сторону. То есть все решается удачно, тихо и спокойно. И вы будете очень довольны событиями на неделе. Так, ну давайте вам корректировочку сделаем, сейчас посмотрим. Ну, тоже опять вот это, тоже опять старший аркан отшельник. Что-то у многих он выходит. Все уже призадумались над своей жизнью, над своей ситуацией, как же быть и как решить, и как жить дальше. Да? Но у вас, в принципе, все идет спокойно. То есть, хоть вы и будете пытаться там что-то изменить, но вы будете понимать прекрасно, что особо тоже менять я не буду. И так все идет ровно и стабильно. Зачем, когда неизвестно, к чему я приду? То есть, ну, как-то вот задумайтесь над своими, скажем так, и поведениями, и своими ошибками, и своими позициями в каких-то аспектах. Ну, в принципе, остановитесь на том, что вот вас будет радовать. Ну, вот идет так. Это вот были рыбки. Вот такая вот у нас с вами получилась неделя. В принципе, в целом неделя достаточно спокойная для всех. И я вам желаю, чтобы неделя вот прошла спокойно, но удачно. Как всегда, подписываемся на канал и пока-пока.